Их невозможно упрекнуть в отсутствии смелости и самоотверженности. Они приходят на помощь тем, кто в ней крайне нуждается. Как представляют себе нелегкую службу спасателей и огнеборцев и возможности специальной техники юные жители Чебоксар, показал городской конкурс выставка «Броня и мощь России». Вот уже второй год подряд ребята из разных центров творчества и школ столицы Чувашии создают модели специализированной техники. В прошлом году в честь 70-летия Победы на выставке были представлены макеты военных машин и орудий. В этом году конкурс посвятили 25-летию службы МЧС. Пожарные машины, спасательная техника, автотранспорт, ДПС – всего более 100 работ. Нам было важно, чтобы дети не только сделали работу, но еще узнали о такой важной службе и понимали, для чего эти люди работают, и важность и ценность этой профессии. Работу оценивали представители как раз нашей службы спасения. Это и представители ВДПО, и службы медицины катастроф, ну и, конечно же, наши коллеги из других домов и городского центра творчества. Стендовые и лего-модели, модели из геометрических форм и подручного материала – основные номинации конкурса. Но есть еще одно не менее интересное направление – фотография. Появилось оно только в этом году. Участникам этой номинации требовалось сделать снимок на фоне спасательной техники. Посмотреть своими глазами на творение детей можно будет до 1 марта. А у организаторов уже новые идеи. В год человека труда участники будут мастерить специализированную технику – краны, экскаваторы, трактора. В общем, те машины, которые помогают сделать труд человека легче. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.